После видео «Огород на балконе» в комментариях спрашивали про грибы. Так вот, рассказываю. Это у меня на видео вторая очередь созревания грибов. Вообще, их было три. Но на третий раз у меня почему-то они так полезли массово, что они были прям друг на друге. И вот нижние маленькие грибочки, они начали подгнивать. Верхние я собрала, которые крупные, а нижние начали подгнивать. После этого грибница погибла. Ну, в общем, я решила себе купить еще один ящичек, потому что мне это очень интересно, наблюдать, как они растут. Да и время от времени выходить на свой огородик на балконе, насобирала чуть-чуть грибочков. Пусть их и немного, конечно. Хватает, чтобы пожарить картошку с грибами или что-нибудь там приготовить, допустим, грибные шляпки. Кстати, рецепт их приготовления есть на моем канале. Ну, в общем, так же, как и в прошлый раз, я купила шампиньоны от компании «Грибничок». В коробке инструкция с подробным описанием. Покрывная почва. Ну, что-то покрывной почвы в этот раз раза в три меньше, чем в прошлый раз я покупала. Видимо, «Грибничок» решил сэкономить. А здесь компост. В прошлый раз мне пришлось ждать 2 недели, пока он зарастет, а в этот раз уже через целлофан видно, что он весь побелел. Значит, он обросный целием, и его можно укрывать покрывной почвой. Я хочу пообрезать вот так уголки целлофана и распределить этот компост по всему ящику. В общем, в инструкции написано, что поверхность компостного блока нужно слегка взрыхлить. Здесь у нас компостный блок очень сильно спрессован, прям вообще он очень жесткий. Я взрыхлю его не слегка, а так, чтобы он распределился по всему ящику. Посмотрим, что из этого выйдет. И в этот раз я хочу еще и взвесить все грибы, весь урожай из этого ящика. Грибницу надо разместить в помещении с температурой 20-24 градуса. Если температура будет выше, грибница может перегреться и сгнить. Вот это, кстати, наверное, и была причина. У нас сейчас стояла жара. Берем укрупную почву и распределяем сверху. На этот раз ее так мало, что я даже не знаю, как ее можно распределить по всей поверхности. Еле-еле растянула. В течение 5 дней увлажнять покрывную почву 2 раза в сутки по 40-50 мл. С 6-го дня 1 раз в сутки по 20 мл. Через 10-12 дней после нанесения почвы нужно понизить температуру до 18 градусов и ждать появления грибочков. Если нет возможности понизить температуру, блок можно разместить в холодильнике с температурой 2-4 градуса Цельсия на 2 суток. Затем обратно в помещение. Я их выставила на балкон, у нас как раз не жарко. У нас сейчас 20 градусов. И прикрыла пакетом, но так, чтобы циркулировал воздух. Через 15-20 дней, в общем, через 2 недели начнут появляться грибы.